В округе проверяют безопасность нахождения детей в летних пришкольных лагерях. Лагеря дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений округа инспектируют сотрудники Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа и Департамента здравоохранения и социальной защиты. В ходе рейдов проверяют качество медицинского обслуживания и организации питания детей. Особое внимание обращают на работу персонала при сопровождении воспитанников во время их передвижения по городу и выездных мероприятий. Помещения и аудитории, где находятся дети, проверяют на предмет пожарной безопасности, работы аварийных выходов, вентиляции, температурного режима. С воспитанниками пришкольных лагерей проведен обязательный инструктаж по технике безопасности. Проверка летних лагерей в городе уже завершена. Работу площадок на базе сельских школ во время рабочих командировок проверяют представители органов исполнительной власти, правоохранительные органы и уполномоченные по правам ребенка в Ненецком округе. Конечно же, особое внимание мы уделяли организации безопасности детей, то есть насколько созданы условия безопасного пребывания детей в этих пришкольных лагерях, то есть смотрела журналы инструктажей детей, каких-то таких особых замечаний, нарушений не выявлено. Вот, поэтому, в принципе, организация детского летнего отдыха на территории субъекта у нас организована на должном уровне. Мы проводили анкетирование детей всех, вот, где мы были в пришкольных лагерях. И подавляющее большинство детей отметили очень качественное питание вот, во всех столовых, в которых организовано это питание. Действительно, дети очень довольны качеством питания. Очень много положительных отзывов об организации досуговой деятельности, об организации вообще о самой программе пребывания в лагерях, потому что говорят, что интересно, познавательно. Всего в июне 2016 года в Ненецком округе открыты 25 лагерей дневного пребывания детей на базе образовательных учреждений региона. В том числе 19 из них расположены в сельской местности. В общей сложности площадки посещают 1489 детей, из них 637 на селе. Продолжительность смены во всех лагерях составляет 21 день.